Всем огромный привет, добро пожаловать на мой канал. В сегодняшнем своем влоге я хочу вам показать свой заказ с сайта Fabervik. Там заказала кое-что интересненькое для дома, мне кажется, будет вам очень интересно. Но прежде чем начать, я хотела бы вам рассказать о том, что от компании Fabervik 8 июня стартует социальный проект, который называется «Я мама». Тренинг этот будет идти 2 месяца, и он абсолютно бесплатный. На нем будет очень много полезной информации, не только о построении карьеры, но и о красоте, взаимоотношении с мужем, диетологии и еще очень-очень много всякой полезной информации. Еще раз повторюсь, этот тренинг абсолютно бесплатный. Он будет идти 2 месяца, стартует 8 июня. Ссылочку я вам оставлю внизу в инфобоксе. Обязательно переходите, посмотрите. Мне кажется, это очень крутой проект, в котором может поучаствовать каждый из вас и получить очень много интересной информации. Так что присоединяйтесь, регистрируйтесь, а также артикулы товаров, которые я покажу в сегодняшнем видео, тоже вам оставлю внизу в инфобоксе. Ну и давайте покажу вам, что же я заказала. Так, давайте покажу заказ Fabervik. Значит, в этот раз он у меня достаточно такой объемный, я бы так это назвала, и выдали мне его вот в такой коробке. Давайте начну с бытовой химии. Заказала все, можно сказать, свои любимки. 3 кондиционера для белья. Очень люблю вот этот кондиционер для белья, который возвращает цвета и яркость красок, придает мягкость, восстанавливает волокна. Очень люблю. Стираю вот какие-то цветные вещи вместе с ним, да, ну, это кондиционер, да, свои какие-то шерстяные костюмчики и так далее. Вот с этим средством очень его люблю. Нравится, постоянно я его беру, как заканчивается, беру снова. Ну, вот этот дальше кондиционер для белья. Тоже вкусно пахнет, тоже делает мягкие ткани. Вот, вот такой еще взяла кондиционер. В общем, разные. И также взяла средство для мытья посуды. Что-то захотелось мне что-то такого свеженького. Взяла вот такой красный грейпфрут. Вообще, мне очень нравится средство для мытья посуды. Мне очень нравится именно с древесным углем. Оно такое, ну, очень классное. Но сейчас лето, как-то вот захотелось мне что-то такого свеженького. Красный грейпфрут. Вкусно, приятно пахнет. Ну, классные у них средства для мытья посуды. Не сушат руки. Люблю очень сильно. И вот такое еще тоже средство у меня закончилось для кухонных поверхностей. Люблю мыть. Иногда даже мою плиту, когда она не сильно грязная, да, такая просто протереть. Так очень люблю вот намывать столешницы. Стол очень хорошо вымывает, вот убирает всякие жирные там пятна и тому подобное. В общем, для кухни очень люблю вот это средство. Также снова взяла вот эти вот новиночки от Fabervik. Они мне очень сильно понравились. Стиральные порошки для цветных тканей, для светлых тканей. Вот так вот они приходят запакованы вместе с дозатором. Очень, во-первых, удобная коробочка. Это первое. Во-вторых, они действительно концентрированы. Хватает немножко. Ну и, конечно же, пятновыводитель. Мне очень нравится, что он для белого и цветного белья. Я стираю достаточно часто, поэтому у меня быстро все, очень быстро уходит. Но вот эти средства мне действительно понравились, классно отстирывают, не имеют никакого запаха. То есть, в принципе, постирать, например, вот так вот вместе с этим кондиционером, и будет аромат именно вот этого кондиционера. Мне это очень понравилось. Ну и немножко товаров для дома. Я снова взяла вот эти вот как салфетки на стол, да. Во-первых, мне понравилось, девочки, они очень-очень качественные. Вот у меня уже предыдущие, сколько у меня там, 4 штуки, я покупала, по-моему, перед Новым годом их, и они у меня до сих пор живы, и ничего с ними не стало. Ну и так как я все еще пытаюсь оформить свой стол, да, который сделал у меня муж, я решила добрать вот эти вот штучки, чтобы положить так красиво на стол. В общем, взяла еще 4 штучки. Ну и, конечно же, я просто не могла не взять новинку каталога. Это вот такая вот сковородка. У них есть разные размеры. 28, по-моему, диаметр, 24 и еще поменьше. Вот я взяла среднюю сковородочку. Так, ну вот смотрите, она для всех видов плит. Идет индукционный, газовый, электрический и так далее, керамический. Вот такой с антипригарным покрытием, 24 сантиметра.
Единственное, ее не рекомендуют мыть в посудомоечной машине, но я вам по своему опыту скажу, что я никакие сковородки не мою в посудомоечной машине, потому что посудомоечная машина все-таки портит вот это покрытие и... Вот эта часть тоже мне не нравится, как после посудомойки выглядит, поэтому я никогда не мою. Я всегда мою сковородки вручную. Что я могу сказать? Сковородка сделана очень добротно. Вот прям она, не знаете, не тоненький-тоненький металл, не супер легкая такая, знаете, вот бывают такие дешевые сковородки из тонкого металла, которые поставишь на газовую плиту, и у нее потом вот так вот вздувается вот это донышко. Здесь нет, здесь очень такая добротная, но она не супер легкая, но и не сильно тяжелая, то есть не как чугунная сковородка, но очень такая добротная, добротно сделана ручка. Буду пользоваться, вот видите, здесь вот такое вот покрытие, вот, обязательно попользуюсь, потом вам расскажу. Ну что-то вот я сейчас на нее посмотрела, я хочу еще маленькую себе совсем, потому что маленькие я люблю, ну там, знаете, что-то зажарочку какую-то для супчика сделать. А вот в этой хорошо, очень удобно там котлетки какие-то пожарить и так далее. В общем, попользуюсь. Вот, меня, кстати, как-то давно спрашивали, пробовала ли я сковородки от Faberlic. Видимо, они когда-то были в каталоге, но вот я первый раз увидела и, конечно же, взяла. Вот, так что попользуюсь, попробую обязательно. Не знаю, почему-то захотела вот такую светленькую. Мне кажется, она такой светлый, удобнее будет, вот если какой-то нагар образуется, я его сразу же счищаю, иначе она портится. И вот, мне кажется, на светлый будет очень заметно, да, если будет образовываться нагар, его будет легко счищать. Ну, это мой взгляд на сковородку. Так, ну и взяла немножечко красоты. Во-первых, взяла вот такую маску для ног интенсивного увлажнения. Как-то я брала уже средства для ног от Faberlic. Мне очень сильно понравились. Вот решила в этот раз взять вот такую масочку для ног. На ночь я люблю вот подобные вещи наносить. Также взяла дезодорант от Faberlic. У меня вот предыдущий почти уже закончился. Вот такой. И мне очень понравился, кстати, дезодорант от Faberlic. Ну, я, честно вам признаюсь, не страдаю сильной потливостью, поэтому, да. Вот, но мне понравился. Поэтому решила повторить вот такой с алоэ. Также повторила снова вот эту тушь. Вот эту вот моделирующую, которая идет в красном вот таком чехле. Почему повторила ее? Та, которая объемная в золотом чехле, мне тоже понравилась. Но вот эта моделирующая, она красиво раскладывает реснички. Именно вот придает такой красивый, очень красивый взгляд. Поэтому она вот у меня, скажем так, в фаворитах. Одна из моих любимых тушей. Ну и решила, девочки, я под шумок, скажем так, попробовать парфюмерию от Faberlic. Что-то я пробовала, помню, была у меня какая-то туалетная водичка, она мне не особо понравилась. Решила взять вот такую, на нее что-то была недорогая цена. Думаю, ну почему бы не попробовать. Вы знаете, девочки, честно признаюсь, мне понравилось. Вот честно вам скажу. Это такой аромат несложный, достаточно простой, но при этом вкусный. Это сладкий аромат, фруктовый. По мне так отдает, вы знаете, вот мне напоминает... манго или персик, что-то такое вот среднее между манго и персиком. И да, потом остается небольшой такой шлейф малины, который вот перемешку такой с манго-персиком, но при этом это не приторно сладкий, это свеженький, то есть немножко свеженький аромат. Вот такая маленькая баночка, я подумала, почему бы нет. Для дома я обожаю вот подобные ароматы использовать. И еще взяла вот такие два пробничка тоже, девочки, я их попробовала, разношу. Сейчас я попробовала один такой сладковатый аромат, а второй такой более свежий, что ли, аромат, более такой морской, что ли, не знаю. Но вот это мне понравилось, девочки, ну вот честно. Такой простенький, незамысловатый аромат для дома, вкусно пахнуть. Я имею в виду, я на себя наношу дома, да, ароматы, очень люблю это делать. Вот, ну это такой, мне кажется, очень даже неплохой ароматик. Вполне может быть, что я даже повторю, он тем более недорого стоит. 30 миллилитров здесь объем. Для вот, например, совсем таких молоденьких девочек, да, там, не знаю, школьниц, это вообще классный аромат будет, ну, на мой взгляд. Такой просто фруктики такие, манго, персичек, немножко свеженький, не приторно сладкие, не хочется их запить. Такой вот, ну, такой вот незамысловатенький аромат на каждый день для дома или
просто вот, не знаю, в жаркую погоду сейчас вообще классно. Посмотрим по стойкости, по всему остальному, потом обязательно вам расскажу. И, конечно же, красивый вот такой каталог. Здесь, я так понимаю, вот такая новиночка, да, если я не ошибаюсь, появляется у нас такой крем какой-то, крем для век. Крем с жемчужным эффектом и жидкие патчи вот такие. И еще, конечно же, я больше всего люблю вот этот раздел, раздел с посудой. Вот сковородки, видите, я взяла 24, хочу теперь вот такую маленькую, 20 для зажарочки, для всего остального. Есть еще, продаются вот такие крышки универсальные, но у меня крышек полно, девочки, от всяких старых моих. Я никогда вот, например, сковородку выбрасываю, крышку всегда оставляю, кстати. Ну, потому что я почти все время один и тот же диаметр заказываю. Вот, но крышки, видите, очень удобные. То есть одна крышка на разные кастрюлечки. Ну, разные кастрюльки, разные сковородочки идет. Вот, вот цена за сковородки. Вот я сейчас взяла вот такую 24 сантиметра. Это следующий уже каталог идет. 24 диаметра. Вот хочу вот такую маленькую, 20. 28, не знаю, такую большую, нужна мне или нет. Скорее нет. Но вот маленькая точно мне нужна. Вот, еще вот такие сковородочки появятся. Вот 2,5. Это вот, как это, сковородка-гриль, да? Вот такая, видите, и вот такие вот еще как ковшечки, кастрюлечки, сотейники, вот правильно они называются, я их все время называю ковшиками, девочки, а это сотейники, вот такие вот, очень классные. Еще у меня здесь вот такие ножи новые появились, точилка для ножей, вот, у меня от Фаберлик есть такие синие ручки, ну, как с голубой такой, да, мне нравятся ножи хорошие, всякие лопаточки, вот такая овощи резко, но мне больше всего приглянулась посуда, вот это вот, вот это, вот это вот, смотрите, как классно, вот такой контейнер, да, который можно взять с собой, надо будет мне такое мужу взять, мне кажется, очень классный, что-то взять с собой вкусненькое, вот, вот есть кружечка с крышкой, вот такая вот, кстати, отличный вариант, вот за городом, да, потому что мухи обычно налетают, а для загорода это отличный вариант. И вот здесь вот салатник, тарелка овальная, тарелка круглая, вот такие вот, смотрите. Смотрите, как красиво она сервирована, мне прям понравилось. И такое зелененькое, летненькое. Так что каталог тоже еще люблю листать всякий. Вот, так что вот такой вот у меня был, набросала тут заказ. Ну, сковородочку обязательно попробую, но вот прям мне вот прям приглянулась она. Вот знаете, на первый взгляд, вот прям очень такая добротная сковородку. Ну, сковородок в доме много не бывает, так что отлично. А на обед у нас сегодня, девочки, холодный борщ. У меня, кстати, и домашние не любят окрошку вообще ни на квасе, ни на кефире. Ну, единственное, что муж может поесть, а вот дети вообще не едят такое. У меня любят все именно вот холодный борщ. Здесь у меня колбаска, огурец, сама свекла, в ней же лучок есть. Вот, вот такую нарезочку я делаю. Это у меня младшему сыночку. Он у меня не ест вот саму свеклу вот эту вот. Он сюда заправляет сметанкой, ест просто с хлебушком и с яичком. Вот такой он у меня вредный. Старший-то у меня будет есть. Вот, так что мы сейчас будем обедать. Сейчас добавлю сюда себе еще яичко, сметанку. И зеленый лучок люблю вот так в прикуску есть. У меня, кстати, дети тоже любят зеленый лучок именно в прикуску кушать. Так что вот такой вот у меня обед. Я в основном летом готовлю холодный борщ. Окрошку очень-очень редко, и то в основном для мужа немножко. А из окрошки дети у меня вот без заправки, просто в виде салата едят, и все. Поэтому в этот раз приготовила холодный борщ. Конечно же, тут рядом со мной мои попрошайки. Кот пришел, дала ему немножко. И пёсина моя. Вот они мои попрошаечки, да? Попрошаечки мои. Вкусно тебе? Вот такие вот у меня. Так, хранители кухни. Да, Каспирюш? Уже в огороде началась клубничка. Вот она у меня достаточно такая крупная. Вот это очень вкусная клубника. Вот. Но у меня есть моя саранча, мои детки, которые
каждое утро бегают сюда и ее всю ее съедают. Вон, видите, какая она у меня крупная. Это я какую-то сортовую покупала, вон там тоже крупная. Один кустик я его пересаживала, он так не пережил, вроде ничего, восстанавливается. Еще, кстати, новенькая сделала мне муж вот такой короб, посадила сюда вот эту, что это, мята, да, вот. Такое, она у меня там вылезла где-то, у меня раньше была, потом она пропала, а сейчас опять вылезла. Там, в общем, на проходе на самом. И мы ее посадили вот сюда, чтобы она не расползалась рядом с хреном как раз. А вот здесь вот у меня, мой укроп. Девочки, напишите, что вы делаете, чтобы у вас укроп хорошо рос. Вот что я делаю не так, я не знаю, я уже столько всего начиталась, и разрыхляю межрядие, и тут, я не знаю, разные сорта покупала, и все время вот у меня укроп вот такой, и поливаю, видите, у меня тут поливалка, и все, что я только с ним не делаю, и все равно вот у меня вот такой укроп. Я не могу, я все время хочу, знаете, вырастить укроп, насушить его, заморозить, знаете, чтобы у меня прям такой урожай был. Но в итоге вот, может быть, я слишком часто его, может, проредить его надо. Ну, кто знает, кто выращивает укроп, напишите, что с ним делать, чтобы он был такой хорошенький, кустовой. А то у меня все какая-то беда с ним, с этим укропом. Еще, девочки, зацвела у меня моя роза. Ой, сейчас я вам ее покажу. Вот, это та, которая огромная. Посмотрите, какой у нее огромный цветок. Похож чем-то на пион. Это вот эта, которая высоко-высоко идет туда. Но... Ой, какой-то паучок по мне ползет. Ой. Вот эта роза пахнет не совсем розой. Она пахнет такой сладким, как даже персиками больше похожа. Я вам ее уже показывала неоднократно. Единственный ее минус в том, что вот эти цветы 2-3 дня они опадают. 2-3 дня они опадают. То есть они недолго стоят. В отличие от этой красной розы, которая у меня вот здесь вот. Вот она долго, она зацвела, и долго вот эти вот бутончики будут жить. Вот сейчас я вам еще покажу. А вот у этой нет. Этой вот такие. Но они такие ароматные. Просто откроешь окно, и прямо аромат стоит. Пахнет персиками, вот реально, но мне отдает персиками. Вот эта роза, она такая, видите, очень классная, большая, высокая, бутоны большие. Но эти бутоны недолго живут. Вот, ну, очень красивая такая. Она и цвета такого, да, как персикового такого. Красавица. Сейчас она у меня там много-много-много бутончиков у нее. Сейчас она вся распустится. А потом внизу все будет в лепестках. Но она обалденная. Ее даже, ну, то есть она не под срезку. Если ее срезать, поставить в вазочку, то она тоже не будет долго стоять. Вообще на следующий же день опадет. Но красавица. На ужин я сегодня решила пожарить куриную печенку. Я ее просто обжариваю, ну, обваливаю в муке. И обжариваю с двух сторон под крышечкой. Такой вариант очень любим с мужем. На гарнир у нас гречка сегодня. Ну и еще сделаю обычно какой-нибудь овощной салатик, что-нибудь в этом духе. Так что будет достаточно вкусно. Детки у меня будут кушать курочку. И еще достала маринованные опята. Мы мариновали их в прошлом году. Вот такие вот очень вкусные, прям обалденные получаются. Скоро начнется новый грибной сезон, а у меня еще недоедены, скажем так, старые грибы. Старые в кавычках, конечно. Поэтому решила достать, чтобы все это подъели. Ну и сегодня мы решили прогуляться на велосипедах, скажем так. Решили доехать до дальнего пляжа. Далеко он достаточно находится от нашего дома. И он у нас такой облагороженный. Я, конечно, стараюсь тут ровно держать камеру, не судите строго, но достаточно сложно ехать и снимать. Вот, очень облагороженный у нас этот пляж. Как вы видите, здесь очень много машин. Я так понимаю, что приезжают многие из города, так как до города, ну, скажем так, не очень далеко. Парки многие еще закрыты, поэтому я думаю, что весь народ приезжает сюда. Вот здесь очень красиво сделано, плюс и Финский залив, и деревья очень красивые. Ну, так вот прям красивенько сделано.
Многие здесь купаются, но, как я повторюсь, на самом деле купаться здесь нельзя, потому что идут сточные воды. Вот я здесь показываю, здесь смотрите, какие красивые солнечные часы сделали. В общем, и скамеечки сделаны, и раздевалки, и песочек такой, ну, и детская площадка, вот мы как раз на нее едем, там лазилка такая, и как бы такие, ну, навесики сделаны, чтобы можно было здесь сделать шашлыки, просто отдохнуть. Велосипедная вот такая дорожка. Но, как я уже повторюсь, многие купаются. Здесь даже дело не в том, что нельзя купаться, а дело в том, чтобы дойти, чтобы вам по пояс хотя бы было, это нужно, наверное, минут 15 идти. Причем дно такое не песчаное, а камни достаточно острые. Вот видите, люди купаются с детками. Но лучше, конечно, этого не делать, потому что все сточные воды идут, конечно же, сюда. И постоянно пишут, что здесь у нас купаться нельзя. Ни в коем случае, вот, только можно, ну, скажем так, прогуливаться, ходить по песочку, загорать, что-то в этом духе. Ну, что многие на самом деле и делают, отдыхают, очень здесь классно, здорово, с учетом того, что большинство не поехало в отпуска, то приехать сюда, на Финский залив, очень, мне кажется, здорово. Ну, здесь вот, как я уже говорила, такие деревья, такой как бы мини-лесочек, такой как парк небольшой, очень здорово, красиво очень сделано. Нам очень понравилось, мы уже туда не первый раз ездили. Такие деревья очень красиво. Так что, вон, видите, там раздевалочки такие сделанные, вот, но купаться, к сожалению, да.